Здравствуйте, в эфире «Вести Чукотка», в студии Владимир Сироткин. Я и мои коллеги расскажем вам об основных событиях в округе. В Кончаланской тундре ищут пропавшего оленевода. Поиски ведутся уже 10 дней, 16 сентября. Из Кончалана в оленеводческую бригаду номер 2, расположенную примерно в 120 километрах от села, отправился вездеход с тремя пассажирами. Не доехав до места назначения около 30 километров, он остановился на ночевку. Но утром одного из пассажиров на месте не оказалось. Пропал 37-летний мужчина. Поначалу поисками занялись волонтеры сельхозпредприятия «Кончаланский». 20 сентября информация о пропаже человека была передана в органы внутренних дел. Участковые уполномоченные полиции и местный глава привлекли к розыску сельчан. Ориентировки были разосланы всем судовладельцам для ведения попутного поиска. В течение 10 дней поисковой группировкой было обследовано более 450 квадратных километров. И накануне решения окружного правительства к операции подключили воздушный транспорт. На обследование территории отправился вертолет Ми-8 авиакомпании «Чукотавиа» с сотрудниками окружных управлений МВД, МЧС и региональными спасателями. С воздуха было обследовано более 1000 квадратных километров. Поисковые мероприятия результатов пока не дали.